Почалося з того, що у Миколаївському обласному театрі «Ляльок» відсвяткували 40-річчя творчої діяльності актриси Галини Згурської. Про подію розкаже директор театру «Ляльок» Вікторія Петрівна Терещенко. Ви знаєте, що вам сказати? Ми готувалися.
было радостное событие то, что у Галины Геннадьевны, как у очень немногих людей вообще в нашей жизни, одна единственная запись трудовой книжки. Николаевский областной театр кукол. И поэтому, когда мы так, знаете, занимались обыкновенным делопроизводством, перекладывали трудовые книжки, и вдруг обнаружили, что вот оно, 40 лет. Ну, у меня сразу возникла идея, говорю, нет, это так просто нельзя оставить, это надо как-то торжественно отметить. Ну, актеры меня поддержали, подготовили мы программу в фойе для деток. Было очень интересно. Детки, кстати, очень даже хорошо знакомы с творчеством Галины Геннадьевны, потому что была разыграна викторина. Безумовно, було очікуване те, що акторка грала багато ролей у виставі, яку запропонували глядачу у цей день. Але було неочікуваним те, що ігри із малечою проводилися саме тематичні про акторку з Гурську. Хто працював над цією програмою і чия ідея саме такої програми? Ви знаєте, ідея була програми Леночки Антонової, нашого заведующей літературно-педагогічною частю. Вона взагалі дуже творчий чоловік, світлий такий. І ідея була її. Ну, як-то ми совместно думали о том, що от ми зробимо таку карту дорожну її начала, як вона прийшла у нас на стене в фойе была такая, знаете, мы хотели создать по типу, как раньше были настольные игры. Помните, кидаешь фишки, идешь на несколько шагов вперед. Вот мы такую карту из фотографий с Галиной Геннадьевной создали. Изначально был портрет, который она вот только пришла в наш театр после училища. И вот это был исток. И финал – это такой был цветок из ее ролей и из ее спектаклей. Ну, я считаю, что праздник удался, но это надо спросить у ювелярши, честно говоря, не у нас. Мы старались. Безумовно, запитаємо про відчуття саму ювеляршу. До вас питання таке, хто обирав назву вистави для того, щоб продемонструвати талант цієї акторки саме у цей день? Ну, вы знаете, это опять-таки коллективное решение, потому что там несколько ролей, как вы правильно отметили. Спектакль довольно интересный, и там разноплановые роли. Очень разноплановые. Поэтому Галина Геннадьевна как никогда проявилась во всех своих гранях в этом спектакле. Що скажете про Галину Геннадьевну як про режисера? Адже вона спробувала свої сили у цій професії. Вы знаете, очень выверенный и очень точный режиссер. Во всяком случае, спектакли, которые она поставила, идут на ура. И спектакли, которые она реанимирует, вот лежал спектакль нашего бывшего главного режиссера, она где-то там ужала, где-то поджала, по-режиссерски по-другому сделала какой-то режиссерский ход. И спектакль зазвучал. У нее есть эта нотка в ее творчестве режиссерская, есть. Это не просто вот, знаете, как, а давайте я сделаю. Одно дело, давайте я сделаю, другое, я сделаю хорошо. Она делает это хорошо. Вона все робить хорошо. Это да. Вона гарна акторка, вона талановита людина, вона дуже хороший товариш у колективі. Можна дуже багато говорити, але краще познайомитися із цією людиною ближче. Отак ми говоримо 40 років творчої діяльності. А якщо замислитись, для вас особисто це багато? Адже скільки усього було? Чимало? Адже воно все пролетіло, наче один день. Що відчуваєте? Это точно, как один день. Вот, скорее всего, такие правильные слова. Потому что, как бы, жизнь вроде бы 40 лет, это много. Когда-то было, когда еще ребенка была, думаю, будет 40 лет, мне будет, ой, это я, наверное, такая уже старуха буду.
и какие-то мысли были грустные очень по этому поводу. А вот сегодня сижу, думаю, 40 лет, уже не говоря о возрасте, 40 лет как бы творческой деятельности в этом театре у меня. В принципе, это единственный театр, в который я пришла и осталась вот так вот, думаю, до последних дней своей жизни. Ну, в этом городе и так далее. Ну, это как бы, да, один день. Вот сегодня даже не могу. Много что было в этой жизни интересного, светлого и грустного, и печального даже. Но в любом случае, это жизнь. И она, эта жизнь, как бы, она дано тебе познать все в этой жизни, все эмоции. Мы же артисты, мы же должны владеть этими эмоциями. Поэтому, как бы, вот за этот один день жизни моей, 40 лет, я получила массу эмоций разного качества. И очень благодарна своей судьбе, что она меня свела именно с театром кукол. Я получила образование 40 лет назад. Актер театра кукол. Я училась в России, в Свердловске. И сюда приехала по приглашению. Поэтому как бы судьба была ко мне благосклонна. И режиссеры мне доверяли и главные роли. И за это время как бы всякое было в театре, конечно, я неоднозначный человек. Если во мне что-то закипает, то оно кипит действительно и вырывается, бывает, в какую-то лаву. Но в любом случае я очень отходчивая, я так считаю. Я не держу долго зла, и как бы для меня... И бывают моменты, где я начинаю оправдывать своего партнера, который сделал, или того человека, который мне сделал как бы неприятно личностно. Я начинаю где-то оправдывать, искать даже в душе, искать как-то вот причины, почему так он поступил, например. Может быть, и где-то я не всегда бываю права. Це ваша особиста думка про те, яка ви сама. Втім, що про вас думають, як про людину, в першу чергу, актори, які працюють із вами стільки років в одному театрі? Давайте послухаємо. Я завжди їй був благодарен і буду за її чесність, її порядочність, от патологічна чесність. Ніколи чоловік не йде на зділку з совістю. Самое главное, что она очень хороший товарищ, отзывчивый, правдивый, вот, и искренний человек, не жадный. И не только это в плане денег касается, а в плане того, как отдавать свое мастерство, помогать своим соратникам. Это человек, который ни капельки не отстает от молодежи. У нас коллектив молодой, и Галина Геннадьевна абсолютно не выбивается с него. У нее отличное чувство юмора, она замечательная, она всегда поддержит разговор, она всегда поддержит, будет всегда в компании. Она, ну, она помогает и вдохновляет. Стільки років працювали тільки в одному театрі. Скажіть, чи було колись бажання, такий якийсь критичний момент, коли хотілося сказати все? Шукаю новий театр, адже бажаю якихось нових творчих горизонтів, нових ролей. Чи був такий момент у творчому житті? Я скажу, у меня было предложение еще в 78 году, когда я, или 79, сейчас точно не помню, поехали в Молдавию на гастроли, и мне предложили молдавский театр кукол в русскую труппу, тогда была молдавская и русская труппа, мне предложили перейти туда работать. Ну, я настолько была влюблена в наш театр, у нас была такая интересная труппа, молодежная. И режиссер был с именем, это заслуженный артист Украины Осилетчик Борис Львович, который основал этот театр. И он был такой, вы знаете, большой и такой добрый. И мне казалось, ну что искать добра в другом месте, если я здесь это добро получаю. И замечательный главный художник нашего театра Анатолий Прокофьевич Цуканов, который был душой этого театра. Мы такие замечательные капустники. В общем-то, вы знаете, за это время у меня не было желания... Ну, может быть, потому меня театр, наверное, потому что очень часто к нам приезжали режиссеры других театров и ставили спектакли, и как бы менять стены просто смысла нет, я считаю, для актера. А режиссеры, они приходят, как бы были приходящие и работали с разными режиссерами. Потом мы очень много гастролировали по разным городам и весям, и поселам, и по маленьким городишкам. И вы знаете, сцена менялась. Менялась атмосфера. Поэтому как бы я это получила. В своей работе я получила смену места работы, так сказать. Як ви вважаєте, яка ваша роль була вашим
творчим прорывом, творчою перемогою найпершою. Я вам скажу, что это первая роль была моя в «Капустнике». Когда мы, я не помню, у нас было очень много капустников, ну, в молодости, и мы начинали там что-то вот такое творить, придумывать, и были в разном характере, и вдруг режиссер, вот тот же самый Борис Львович Селечек, сказал: «Вы посмотрите, какая актриса! Я никогда не думал, такая девочка хорошенькая, ну, маленькая, молодая была, хорошенькая. Говорит, хорошенькая, и такое вот она вот вытворяет на сцене, молодец». Вот это как бы было первое признание режиссера меня тоже как актрисы. Ну, конечно, я хочу сказать, что первый спектакль, где у меня было сразу 5 ролей, и все разные были, это «Сказка о попе и работнике его балде». Там был и живой план, и куклы, и у меня было, начиная с мальчика, потом у меня был козел в этом спектакле. Все одно одновременно. Скоморох основная, конечно, вот эта роль была, Поповна и Бесенок. А Бесенок я там еще танцевала лезгинку в те времена. Вот. Конечно, этот спектакль был очень значимый для меня, потому что тоже был, ну, как бы устно оценен критиком. Там приезжала критика Лосева из Москвы тогда. Было отмечено, что вот была признана моя работа, вот этих 5 ролей разных. Вот. Потом у меня был спектакль для моей жизни очень значимый, это «Гаврош». Вот эта роль, как бы, это был мой второй ребенок. У меня уже тогда был сын, а это был мой второй ребенок. Я настолько вжилась вот в этого ребенка, я его так любила, я его так берела, и он мне был так настолько дорог, что вот сегодня сыну моему уже 35 лет, и он говорит: вот если бы эти песни вот переписать бы, что там, о Гаврош. У меня эта кукла дома сохранилась, она есть у меня эта кукла. Я держу на таком виде, конечно, не очень приглядном, но я держу, она мне была очень дорога. Ваші колеги, які колись теж вперше прийшли у цей театр і вперше побачили вас і вашу роботу на сцені театру «Ляльок», вашу роботу із «Лялькою», теж згадують про ваші ролі і такі, мабуть, про які ви вже не згадуєте і не згадали зараз. Тож давайте дамо їм слово. Я пришел в театр в 86-м году, боже, страшно подумать. И у нас было две группы. Вот одной из групп руководила Галя. Она была помреж Галина Геннадьевна Сгурская. Строгая и неприступная, как скала, как Эверест. И вместе с тем она много... Я благодарен ей безгранично, потому что она очень много помогала. Первый спектакль, на который я пришел и в который попал, был «Приключения Незнайки». И Галя играла Незнайку. И иногда на это, ну, пацан 16 лет, иногда настолько засматриваешься на эту работу, я засматривался, что я забывал выйти со своей куклой, потому что это было невероятно интересно. Это было так самобытно, это так было неординарно. Она придумывала, ну, она уже тетенька для меня была, вон, да, до 16-летнего мальчика. И мне казалось, как? Женщина, имеющая ребенка, семью, как она может вот так мгновенно все сбрасывать и становиться такой, эй, девчонкой, задорной такой, такой интересной какой-то. Она там и пела, и танцевала, и прыгала, и бегала. Это было интересно так смотреть. Мне очень запомнилась ее необыкновенно яркая роль Фрекенбок в спектакле «Малыш и Карлсон». Ирина Цуканова тогда, режиссер-постановщик этого спектакля, была. И вот Фрекенбок с Гурской, она абсолютно отличалась от всех классических мультиков, которые мы видели, от других спектаклей. Настолько она меня просто как зрителя поразила своим темпераментом. Она была разная в каждой сцене, что это стал мой любимый спектакль, и очень-очень этот спектакль полюбили зрители. Мне очень понравилась ее работа, жалко, что этого спектакля у нас нет в репертуаре уже. Это «Каштанчик». Я когда увидел ее в роли крысы, это было что-то неимоверное. Это искрометный талант актрисы, который поразил меня просто. Для актора театру «Ляльок» найперший партнер – і, мабуть, все ж таки найголовніший – це лялька, з якою працюєте. І кожної вистави – це новий партнер, нова лялька, це нові способи спілкування з цією лялькою. Відкрити для нас свій особистий секрет. Як робити так, щоб лялька, з якою ви стикаєтеся вперше, стала продовженням вас?
Секретно. Это большая идет работа. Это не с одного раза это случается. Это в процессе работы происходит. Потому что, как обычно, как любой актер любого театра, идут репетиции, ты пристраиваешься сначала к тексту, понимаешь, должна понять, что хочет от тебя режиссер, что хочет автор в этой пьесе. А потом это все перекладывать уже на свою роль. И естественно, когда кукла берется в руки, то, естественно, надо найти такой способ приспособиться так, найти, вернее, яркое какое-то выразительное средство в этой кукле, чтобы передать это чувство через это средство. И за счет этого кукла оживает и становится тобой. Потому что ты сама, а она по себе такого быть не может. Просто это единое целое. Все через долгий процесс репетиции. А бывает сразу. Вот посмотрел, влюбился в нее, и видишь, какой характер. Какая она, как она может моргать, как она может ходить. Вот сразу кукла. Вот у меня так, например, с бабкой из «Курочки Рябы». Есть спектакль у нас «Курочка Ряба» на двоих. Дед и бабка. Вот она такая вот. Такая вот полненькая, такая большая, он такой маленький, худенький. Уже сразу для меня понятно, что эта бабушка из себя представляет и какая она должна быть. И ты врастаешься в это, и говор появляется какой-то там, и характер появляется, и темпоритм особый у нее. Вот как ты чувствуешь, так ты ей передаешь. Она становится просто единым целым. Даже ты не специально это делаешь, она само по себе происходит. В сьогоднішньому репертуарі які ролі і які ляльки найулюбленіші? Вот не хочу обидеть других кукол, потому что, не дай бог, если они послушают мое интервью и узнают, что я их не назову, могут они обидеться, и мне потом будет плохо с ними. Но, естественно, люблю все то, что есть у меня, какие у меня есть роли. Есть трудные, просто тяжелые есть роли. Но одна из любимейших моих сегодняшних спектаклей – это «Снежная королева». Там у меня тоже очень много ролей разных. И принцесса, и разбойница, и старая разбойница, и снежная королева, и лапланка, и финка, и бабушка-старушка, и я как актриса там Оли Лукоя. И поэтому как бы много ролей. Этот спектакль очень сложный и очень интересный. Очень интересный. «Принцесса на горошине» сегодня у меня спектакль. Да, это мой тоже любимый. Стал моим любимым. Это моноспектакль, где у меня там тоже и король, и королева, и принцесса, и принц. Мне единственное помогает в этом спектакле. Я работаю с куклами в декорации. Наташа Пинковская, наш реквизитор. Она там, я ей говорю, как надо делать там, что она тоже. Ей говорит, мне очень интересно. Говорит, я сама с удовольствием это делаю. Это мой тоже любимый спектакль, тоже интересный, и драматургия хорошая, все-таки Андерсен. «Гадкий утенок», конечно, мама. Роль настолько душевная, настолько трогательная. Ну, я, наверное, благодарна Михаилу Урицкому, режиссеру данного спектакля, что мне доверил эту роль. И, конечно, «Ханума». Как не сказать про «Ханому»? Там роли у меня «Текле», «Сестры князя». Роль большая, для меня она большая, считаю она, и очень интересная. Сам спектакль очень интересный, зажигающий, такой с адреналином хорошим. Главное, что зрители довольны этим. То святковий день, коли вас усі вітали, коли ви на честь 40-річчя творчої діяльності зіграли виставу «Снігова королева». Скажіть, як готувалися, як довго готувалися, чи це взагалі був сюрприз від колективу? Розкажіть про цей момент і це свято. Я очень благодарна. Ну, мене предупредили, що как бы, буде спектакль в честь, так сказать, 40-летия моей работы в театре, предлагают «Снежную королеву». Я, конечно, согласилась, потому что это мой любимый спектакль. И я очень благодарна коллективу, в первую очередь Виктории Петровне Терещенко, директору, которая, ну, сделала для меня этот праздник. Действительно, что это был для меня праздник неожиданный. Это был большой сюрприз, когда мне вручил Михаил Димитров награду, наш начальник управления культуры, награду Министерства культуры Украины за достижение, что-то достижение в развитии культуры и искусства.
Я была просто удивлена, не ожидала такого. Я думала, ну, как обычно, управление культурой там грамоту вручает в такие моменты. А это было просто неожиданно, приятная неожиданность, которая чуть не лишила меня чувств, но я вовремя собралась. Все. Я очень благодарна своему коллективу родному за ту поддержку, которую они все время мне оказывают и доверяют мне. И спасибо большое всем, всем без исключения работникам нашего театра. Галочка, в первую очередь, конечно, здоровье. Что еще пожелать? Пожелать, чтобы еще раз отметили здесь юбилей и не один. Можно даже 40 умножить на 2. Так что, почему бы нет? Галина Геннадьевна очень человек красивый внешний, красивый внутренний, и складывается впечатление, что счастливы, потому что как актриса состоялась, как мама состоялась, внук есть, счастье есть. То есть она как бы обрела вот то, чего хотела. Хочется ей пожелать, конечно, еще ярких ролей. И если что-то есть из мечты, что еще как актриса, как режиссер еще не осуществилось, обязательно, чтобы у нее получилось это все осуществить. Здоровье семье, здоровье ей, это самое главное. Вот здоровье внуку. Вот. И пусть она всегда радует нас и помогает. И чтобы вот она оставалась Галиной Геннадьевной Сгурской, которую мы знали, знаем и хотим знать еще много лет. Чтобы было 50 лет творческой деятельности, 60, ну и дальше, как было, 70, 80 и так далее.